Новинки военной и специальной техники айчинной вытворчасти сегодня продемонстрировали президенту. Александр Лукашенко ознакомился с узорами, распрацаванными белорусскими специалистами на полигоне у Ивацевицким районе. Керовник державы подкреслил, необходимость створать Украине уластные новые узоры узброения и военной техники, а так само модернизовать наявную, диктует час. За пошние годы в Беларуси пришлось несколько разов модернизовать и пристосовывать узброенные силы до сучасных умов. У тем лику был уличен в опыт войнов и локальных конфликтов на планете, развитие техничных сродков. Не дай бог, но если. Мы люди военные. Мы должны каждый день готовы быть к войне, если говорить открытым текстом. А поскольку мы не воюем, а армия, которая не воюет, ну, люди опять военные, это не армия. Воевать мы не собираемся искусственно где-то там и так далее. Надо учиться здесь.